Вы, наверное, подумали, что после рассказа про Ягусь на этом все закончится. Но нет, наша команда на этом не остановилась и продолжила изучать достопримечательности района. К слову, на этом видео я даже не подозреваю о всех прелестях климата и дорогах Аягоза. Здесь вы можете наблюдать в последний раз мое счастливое лицо. Шучу. Мое настроение улучшилось, когда мы прибыли к пункту назначения, но об этом чуть позже. Тем временем, плохо от жары и ужасной тряски стало не только мне, но и нашему дорогому оператору. Главное не выходить за дверь. Нас может съесть лев или тигр, а вон там голова жирафа. Если посмотреть, вон там далеко. Мы на самом деле в Африке, только никому не говорите. Повезло лишь второму журналисту, которая успешно сумела отключиться и проспать весь путь до следующей локации. На возвышенности, откуда сейчас вы можете наблюдать красивый вид на речную долину, находится не просто древнейший памятник архитектуры Казахстана. Как отмечают историки, Мазар Кузы-Курпеши-Баян-Сулу – место рождения древнейшей тюркской легенды о трагической любви, прошедшей сквозь 15 веков. Эту древнюю легенду любви знала вся степь от Оренбурга до Зайсана, верх казахской этики. Так о степной легенде Кузы-Курпеши-Баян-Сулу писал в конце прошлого века известный исследователь Центральной Азии и Казахстана Григорий Потанин. По словам местных жителей, если вы ищете настоящую любовь, то вам обязательно нужно приехать сюда, загадать свое желание, прикоснуться к камню, и оно обязательно сбудется. Друзья с детства Сарыбай и Карабай поклялись поженить своих детей, которых еще до появления на свет обручили. Не дождавшись рождения сына, умирает во время охоты Сарыбай. Подрастающие Кузы и Баян, еще не видевшие друг друга, но связанные узами брачного договора, спустя время полюбили друг друга. Трехгранный мазар построен из плоского камня. Кверху здание значительно сужается, образуя круглое завершение. Высота мазара 12 метров. Шокан Уалиханов, побывавший у памятника в 1856 году, был поражен его высотой. Проходит время, и вероломный Карабай меняет жизненные планы. Он обещает отдать свою дочь за местного палуана Кудара, спасшего однажды его отара от жута. Кудар становится преградой между влюбленными. В этом вечном треугольнике первым сложил буйную голову Кузы. Печаленная Баян, чтобы отомстить убийце, прибегает к хитрости. Она обещает выйти замуж за Кудара, если тот выроет для нее колодец с ключевой водой. Кудар принимается за работу, углубляясь держать за волосы Баян. Девушка неожиданно отрезает косы. Кудар проваливается в бездну и погибает. Тем самым Кузы отомщен. На его могиле героиня легенды закалывает себя кинжалом. Так и заканчивается легендарная история любви. Местные жители рассказывают, что однажды захоронение проросло дивным кустом шиповника, на котором когда-то зацвели алая и белая розы.